Здравствуй, мой дружочек. В одном из прошлых видосов я показывал, как кататься без трафика в Forza Horizon 4. Сегодня покажу, как отключить трафик в онлайн-сессии. Итак, недавно в игру добавили новый режим – испытание Super 7, где каждый игрок сам создает карточку с испытаниями. При создании такого режима есть интересующий нас параметр для отключения трафика. Как раз то, что нам и нужно. Итак, заходим в раздел Horizon Super 7. Выбираем «Создать карточку». Выбираем любой тип испытания. Параметры, самый важный пункт, это трафик. Выключаем его. Музыку тоже выключаем, подтвердить. И самое главное, зайти в редактор схем. Не обязательно ставить объекты, главное просто туда зайти. Во время тестов разных вариаций, были случаи, когда я не ставил объекты, а просто тупо выбрав параметры сразу нажимал выход, и трафик в этом случае не отключался. Поэтому лучше открыть редактор схем, а потом можно выходить. Вот теперь можем выходить в онлайн-сессию. Как видишь, трафика нет, и уже не появится. Ждем, когда подключимся к онлайн-сессии. И вот видим, на мини-карте игроки уже появились, значит, мы онлайн и трафик вокруг себя пока не наблюдаем. А это хорошо. Красота. Геймеры на месте. Я в онлайне. Трафика нет. Можно смело выполнять выходки на дрифт-зонах, полицейские радары, скоростные зоны, кататься с другими игроками, трафик при этом нам не помешает. Также можно смело начинать любые гонки, задания, менять сессии, заходить-выходить в режим дрона, и даже в одиночной сессии не будет ни трафика, ни драйваторов. Как включить обратно трафик, я пока не знаю, кроме одного действенного способа – перезапуск игры, то есть полностью выключить. Вот такой нехитрый способ. Катайся на здоровье. Обязательно пиши в комментариях под видео, получилось у тебя или нет. Ставь лайк, дизлайк, но лучше лайк. Тебе не сложно, а мне продвижение в мир Ютуба. Хорошего тебе настроения и до встречи в следующих видосах.